Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Знажит опять, и сегодня мы продолжаем рубрику построек. Как вы видите, сегодня я без шейдеров, так как мне нужно найти замену предыдущим, так как предыдущие у меня перестали работать, к сожалению. В общем, я надеюсь, что через, может быть, месяц, может быть, несколько недель я найду следующий, и я вернусь как бы к съемкам с шейдерами. Ладно, не будем тянуть, приступаем к видео. В прошлом видео я уже вам оставил ссылку на то, что же будет в этом, небольшой спойлер. Итак, сегодня мы построим бассейн. Да, постройка связана с летом. Итак, нам пригодится белый бетон. Сначала вырываем яму. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать блоков. Четырнадцать блоков в длину. И два, три, четыре, пять, шесть, семь блоков в ширину. Не 7, а 8, 9 блоков в ширину. Затем нам понадобится белый бетон, который мы ставим вот сюда. Вот таким образом. Так, давайте для начала это выкопаем. Так, сюда ставим белый бетон. Вот таким образом. Так, выкапываем также землю и вот здесь. Вот до этого момента. Так, тут также прокапываем. Хорошо. Вот таким образом. Так, затем это сюда. Это мы также заполняем блоками. Так, далее наша яма будет глубиной в 2 блока. И на дне у нас будет располагаться темный призмарин. И стенки мы также покроем белым бетоном. В общем, очищаем наш бассейн от земли. Вот должно получиться вот таким образом. Сюда лестницу. Сюда серые стеклянные панели. Сюда железные решетки. Чтобы сымитировать реалистичную лестницу, как в настоящих бассейнах. Таким образом. Так, далее нам пригодится вода. Как же без нее. И заполняем ею наш бассейн. Ну и также еще по совместительству на этом канале, оказывается, показывают и лайфхаки. Можно заполнить вот таким образом. И все. Первый слой бассейна заполнен. И таким же образом заполняем и второй слой. Итак, когда заполняем бассейн, вылезаем из него. И на этом я мог бы закончить видео, но кому интересно смотреть просто такое видео. Давайте добавим еще больше декоративных элементов с помощью ковров. Так, нам пригодятся серые ковры. Добавляем сюда подобные декоративные элементы, как будто бы это у вас там решетки, куда утекает вода. Далее нам пригодится прописанную одну команду, которая будет в описании к видео. Получаем блок структурной пустоты. Так, затем ковер. Ковер можно взять любого цвета, например, бирюзового, лаймового, хоть ковер из мха. Это, в общем, не важно. Так, листва. Можно темного дуба, можно обычного дуба. Как бы это странно сейчас не звучало, но нам еще понадобится трава, да. Не удивляйтесь, в общем, друзья. Да, еще блок травы на будущее тоже. Так, затем нам понадобится... Не случайно. Затем нам понадобятся белые бетоны, которые мы ставим вот здесь. Так, заполняем. Таким образом, затем нам понадобятся заборы. Заборы можно взять из темного дуба, из березы, в общем, почти что любые. Так, например, допустим, у меня будет забор из темного дуба. Так, где он на противоположную сторону от лестницы? Вот сюда. Раз, два, три. Отступаем. Раз, два, три. Четыре. Пять блоков. Раз, два, три. Так, два, три, четыре. 5, 6, 7 блоков. Также ставим 3 забора.
Да, ребят, тут у нас будет навес. Так, затем нам пригодятся блоки структурной пустоты, ну или если вы играете на Java, нитки, барьеры, в общем, подобные невидимые или плохо видимые, так скажем, блоки. Так, сюда 4 барьера. А, стоп. Так не пойдет. Должно быть вот таким образом. Теперь все правильно. Вот таким образом. Затем сюда также ставим структурные пустоты. Далее форму можете придать сами. Допустим, у меня форма будет примерно вот такой. Таким образом. Сюда еще один блок. Затем также структурную пустоту ставим и вот сюда. Угу. Когда все покрыто структурной пустотой, берем те ковры, которые мы тогда брали, и проставляем их над блоками структурной пустоты. Лучше всего давайте сначала проставим контур. Вот таким образом. Стоп. Что за баги? Ладно, давайте сделаем вид, что мы ничего не видели, да? Далее. Делаем контур, проставляем сюда ковры. Также заполняем все и внутри. Навес нам нужен, в принципе, вы поняли, чтобы спасаться от солнца, которого летом много. Затем давайте добавим еще больше декораций вот сюда, чтобы здесь у нас не было так пусто. Нам также понадобятся фонари. Если у вас будет бассейн на открытом воздухе, можете проставить фонари вот сюда, через 3, 4, 5 блоков. Раз, два, три, четыре, пять. Вот таким каким-то образом. Примерно вот так. Давайте они фонарь сюда, сюда. Еще какие-нибудь две. Хотя нет, здесь у нас не будет места для фонарей. Поэтому здесь мы их и не ставим. Например, вот сюда и вот сюда. Для чего же мы взяли траву и листву дуба? Для декорации вот здесь. Ставим сюда листву. Частично блоки бетона мы сейчас заменим на траву. Сюда блоки травы. Хотя, в принципе, по сути, в этом нету смысла. Сюда траву. Сюда листву. Сюда листву. Сюда листву. И вот сюда еще одну штуку листвы можно. Так же, как и вот сюда. Должно получиться вот таким образом. Далее сзади мы это должны также застроить все листвой, чтобы у нас ничего лишнего не было видно. Хорошо. Затем нам пригодятся люки. Люки из темного дуба и из березы. Ковры. Допустим, синие и голубые. Приседаем. Ставим для начала сюда люки из темного дуба. Таким образом. В общем, вы поняли, что я хочу сделать уже. Поэтому сюда люки из березы. Таким образом. Сюда два люка из темного дуба. Это мы ломаем. В общем, ставим сюда матрас. Снова призмарин. Снова заделываем. Затем сюда голубой ковер. Сюда бирюзовый ковер. И вот таким образом мы можем сделать вот такой вот как будто бы матрас. Можно еще сюда добавить матрасы, какие-нибудь спасательные круги. Или, в общем, подобное для людей, которые не умеют плавать. Затем нам понадобятся морские фонари. Прямо вот самый финальный штрих.
чтобы это все у нас смотрелось эстетичнее. Сюда расставляем морские фонари. Так, сюда, затем сюда. В общем, примерно через равное количество блоков. Вот таким образом, вот сюда. И мы получаем вот такой вот красивый бассейн. То есть не просто вот яма с водой, а прям такой со своими декорациями. И я думаю, что данная постройка будет полезной, например, если вы строите какой-нибудь, допустим, отель. Что ж, друзья, а теперь... Ну а на этом, друзья, наш видеоролик подошел к концу. Ну а вы ставьте лукасы, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был снова Санж. Поэтому что ж, друзья, всем удачи, всем спасибо за просмотр и всем пока.